2-1, Паш, победа в куповом матче после против Гомеля. Как впечатление по игре? Положительная игра, далась нелегко. Хочу отдать должное Гомелю, команда бойцовская. Ну, сложилось так, что мы победили. Это хороший результат для нас. Учитывая то, что мало времени оставалось после матча с Альтахом, как физически удалось восстановиться? Как самочувствие? Была ротация в составе. Я сыграл 20 минут в той игре, а в этой игре я был полностью готов. Сразу ты вышел с капитанской повязки снова. Какие чувства? Или уже успеваешь привыкать к тому, что появляется дополнительная ответственность? Ну, ответственность с капитанской повязкой всегда она отличается от других игроков. Ты должен вести команду вперед. Эмоции другие, когда просто выходишь без этой повязки. Через защищать этот город, быть капитаном команды такого большого города. Одна из главных тем сейчас будет в прессе, в интернете. Твой гол прямым ударом с углового. Ты задумывал так? Если честно, получилось случайно. Хотел отдать передачу низом, но получилось так, что мяч сошел и в ворота скатился. На тренировках раньше такого не получалось. Сам, наверное... Сам не ожидал, да. К этому голу ты добавил голевую передачу в моменте со вторым взятием ворот. Гол плюс пас в этом матче идеально, фактически, для тебя все сложилось. Для меня, думаю, да. Заслуга всей команды, то, что мы победили. Так что победили все вместе. И болельщики, и команда. Спасибо им большое за эту поддержку, создали сегодня. Пропустили первыми, учитывая то, что матч кубковый, как это нервы влияет на команду? Ну нет, задача была поставлена перед матчем в прессинг, прессинговать. Пропустили, ничего страшного, еще было полтора тайма впереди. И мы исправили ситуацию, выиграли 2-1. Ничего серьезного не было в этом голе первым, который мы пропустили. По сравнению с матчем против Альтаха, болельщиков на трибунах было гораздо меньше. С чем связываешь такое, наверное, падение посещаемости? Ну, играли в Европе, а здесь как бы обычный, наверное, матч против середняка белорусского чемпионата. Думаю, из-за этого, да, и что неудачно прошлую игру провели и проиграли с счетом 3-0. И, думаю, тоже это сказалось на посещаемости. Учитывая то, что сегодня была победа, выход в 1/4, как считаешь, удалось реабилитироваться хоть чуть-чуть за то, что произошло в четверг? Ну, мы не смотрим назад, мы двигаемся вперед только. От матча к матчу, думаю, все дальше будет все хорошо. И болельщик опять придет и поддержит нас на трибунах.